они заслужили, да? Я хочу вторую фазу нахуй посмотреть, что за хуйня. Геншин. Five, four, three, two, one. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Льем трэш. Контроль, секунда. Поздно сказал, да? Уступай, мол, я всю хуйню. Он вам лифтится, не ёбните. Чуть не разъебал кого-то, да? Ага, я понял. Анреальный рис, их историю. Ем трэш. Да ебаный урод. Что там, зукля? Не, нахуй, это я не знаю, нахуй. Вот просто интересно. Ложитесь. Зукля. Кто там? Фанатик, это получается сорвал агро, да? Фанатика. А ты какого фанатика сорвал, который с креста шел, Зукля? Вы осознали бессмысленность своих действий? Давайте дальше продолжать. Сначала ложитесь, надо заново начинать. Если кто не в курсе, фанатик, если вы стрелите перед ебалом его, он кливает и не просто бьет. То есть один клип, мешает сразу. Он, блядь, сорвал агро и он его хуярил на похуй. Три удара въебал у него. Ну так, в принципе, ДДшники должны всегда сзади бить. Ну или чей это правило такое? А не спереди где-то. Ну, он, блядь, подъебал, не забегал. Этот Зулзин тут? Так. Что-то в DC его нету. Он тут сказал, я ему отписал. Давайте шкаф сумалим. Поставьте, у меня камней мало. Алло. Повай, пацана, леди надо. Пришел сумма? Надо повыпаться. Ставлю рыбу, а он стоит. Пришел тебе сумон там? Че, я СБГ левал. Не, сумоните. Сумоните еще раз, тыкните.
Я не попил, я, у меня ноль маны. Ну там кастани эту, как она называется? Прилив. Со жриками. Я только переодеться успел. Ну хоть переодеться успел. Да, это самое главное. С вами, ребята, что у вас с хп-то? Первый раз после первого трэша мы не сдохли. Сука, на это начало, блядь, прогресса. Все, завалим. Ну, тебе башен. Проанонси, что сейчас это призыв будет этих. Контроль сейчас будет. Не шутить, у тебя уешка никого. Ну, на киса топ уже всех разъебать хоть. Дух как волк. Кошу топы. Контроль. Если чё, ноль маны, мага. Да похуй. Побей автоатакой по реген. Синяя джага. Если киса, вставай. На бозе синяя джага. Фулл баф по кисе. Ну залей он реальный по Зулзину. Не туда, случайно. Ну и похуй. Могу им дать. Контроль 5 секунд готовимся. Никого не шотнить. Привержен спейте кас сейчас. Он нормально дошел. Чай ману по регене. Дайте джагу по леди. Я ебу нахуй. Вот как? Вот сдох ворлд и 2 носка. Я был в контроле, меня выебашили. Ложимся. Я не представляю, нахуй, что надо делать, чтобы вы не ложились. World. World, тебя кто разъебал? Ну, сейчас посмотрим. Падаем. Да, да. Нехуй тут делать. Кого-нибудь заебашу, да. В смысле, нехуй, какой-то. Хотя бы, блядь, потренироваться, блядь, на этом. Да пока мы доведем, блядь, тысяча волн трэша пройдет. Трэш дольше заливаться будет, 4 дд лежат. Ну блять, пусть придрочатся, ебать. Кого не получает. Ну, вот видишь, стараемся. World. Ну блять, если так сразу каждый раз ложиться, блять. Кучем научим. Так оно ничего и не даст, мы и так же и не доведем. Так мы-то уж тогда и не доводим, а мы уже тренируемся хотя бы. Не, ну, так а что там, понимаешь, тренироваться надо убивать трэш фулловым рейдом. Во-первых, он неправильно там стоит, этот, блядь, трэш. Он стоит во все там, он вбегает просто в толпу, блядь. Рядом стоит РДД, нахуй. Это пиздец, как неудобно. Вайк. Чё? Можно в твою сторону чуть-чуть, возможно, как в сторону РЛа? Ну, давай. У тебя половина рейда не поела, половина не отпилась, на нескольких людях не было фласок масла, а ты запускаешь. Да готовность, да готовность-то приняли. Да у тебя и готовность. У меня аддон вон анонсит, на ком чего нет. Хотя бы посмотреть. Принимать-то принимают, а проверить забываю. Да даже и кто не принимает. Он... Пиздюлей выдавать не знаю. Да, вы уже себе пизделей выдали. Вот вы вайпаетесь, это ваши пиздели вам. А потому что тут вообще пиздец как неудобно.
Вот, вот здесь вот мы стоим, вот здесь вот РДД рядом со звездой, блядь, их гриппают звезду, они прям рядом с нами стоят эти, блядь, ну. От них, блядь, надо ломиться, блядь. Ну, смотри, РДД бьют три моба в луне. Что, ну, тебе, вот что тебе мешает встать вот здесь вот? РДД стоят рядом с мобами. И когда она берет в контроль, этот РДД или кто-нибудь другой, или хил, просто бежит там либо в мобов, либо куда, и получает АУЕ. Ему три шага сделать, и он уже АУЕ получает от своих же. Вот что мешает вот здесь РДДшникам стоять? Вот здесь между луной и звездой? Мы можем вообще тупо РДД босса бить, а милики пусть бьют трэш. Он не упадет. Да. В кучу его сгребите, весь трэш в одну кучу, в середину, и там кливайте всех. Не, условно 5 или 4 РДДшника можно на боссе оставить. Всем остальным тупо трэш бить, пока не переведем босса. А отсюда сюда ДКшку поставить, чтобы моба гриппал. Ну и пал ретрика, чтобы контроль давали. Подкаст. Ладно, я хуй знает. Ну, давай попробуем. Этот малефицит, заходи на ДК. Это в 4 танка, что ли, получается? Да хуй знает. Ну, да ты можно и в 4. Ты и Вилаш, и Рарник. 3 танка уже есть. Значит, 4 будет. Значит, можешь я в ДД? Да нет, ты двух фанатиков нормально танчишь. А у тебя пуха снимается, Рарник? Не, дом снимает. Вы так трэш не бьём, что ли, мне в танках или чё? Есть. 3 минуты бьёт эти. Иди. Давайте шкаф сумоним. Блять, ебучий аддон. Так, Вилаша, твой кружок, как и был. Биг Дэмэдж, твой с треугольника приверженец. Мой с ромбика. Лицом поворачиваем трэш на лестницу. Всех фанатиков ведем сюда, в звезду, в одну точку. Фанатика 3. Вон возле ромбика слева, справа. И между кружком и треугольником. Может быть, четвертый фанатик, либо приверженец с лестницы. Если с лестницы идет фанатик, то можешь грипп не давать. Оставь там на всякий случай. А, точнее, это у нас гриппа и так нет на лестницу. Ну, с лестницы, значит, сало будем давать. Милики бьете все трэш. То есть я, короче, только фанатовал, да? Приверженца там сейчас тросал. Да, гриппаешь его. Так, твой моб этот самый. Короче, смотри, Вилаша, твой между кружком и ромбиком, как и был, фанатик. В нем агро набираешь. После того, как гриппнул приверженца, агро набираешь на фанатике. Этот
Биг Дэм, твой моб второй, после того, как грипнешь с треугольника с лестницы, любой, либо прежде, либо фанатик, на нем игру набираешь. Рарник. Ты стоишь просто звездочки, ждешь, когда сюда придут фанатики, на них игру набираешь. Так, твой будет моб. Выбирай заранее дальний, который к леди ближе. А мой ближе к лестнице, между ромбиком и лестницей. Я буду на нем агро набирать. Чтобы он не шотнул. Лицом отворачиваем к квадрату мобов. РДД стоят между звездой и боссом. Так, тут что-то писал там. Да залупа это с колонной. Блять, ты чё? Пошотаются все в куче, в луже сдохнут нахуй. Хилы не будут видеть людей за колонной. Полная залупа. Так не получится сыграть. Имя имен. А, приз пусть бахнет на стамину и дух. Зулзин, два носка нету. А нахуя сагрили? Они ебо вообще. Не хильте. Что случилось? Лучше не спрашивай. Все нормально. Возьми ночной вайп. Не надо никаких других серверов. Сейчас будем делать трэш в одну точку. Колонны не надо никакие юзать. Не получится у людей сыграть. Тут, блядь, я не знаю, ну... Привет тебе. Не супер люди сидят. Которые, блядь, по 20 лет вовки аренили и хуярили и всю эту хуйню знают. В смысле, ни эликсиров нет, мне все есть. Ни масло, ни эликсир. Все. Все какой-то кривой это. Жить ремо. Лики запомнили, что лицом от звезды к квадрату мобов отворачиваем фанатиков там все. Или с этим оно быстрее. Танки мобов своих запомнили или кому-то напомнить? Ну да, буду все запомнить. Так, да и отчет. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Нужно подойти.
Вот фанатик, чей это побежал? Он тот, блядь, на ворлда побежал. Это чей? Нет, так куча мало. Радикон, Рес и Святос. Добей эти пидора в центре. Да не этого пидора. Ну ебаного. Он реально ресы бурюбая. Да. Ладно, ложимся. 15 лямов еще, мама. Чё приз такой большой? Я вот не могу понять, блядь. Очень много ел. Топа так мало дают. Это хуйня полная, блядь. Он просто опять ретрик улюбал какой-то. А, он сдох с пола, да? Не-не, там на закреп, который кинулся, закреп, просто убил топу. Так Зукли вроде без ДБМ играет. Вот я о чем и говорю, что типа, если, ну, что-то это, может, все-таки стоит поставить ДБМ на этого босса, чтобы люди не умирали. Да вот нахуй вот надо, ибо это о чем качать еще? Old school без ДБМ вообще. Некоторые типы вообще доны не ставят. Просто потому что, блядь. Типа это не хардкорно. Не, если ты видишь, что происходит. Не то, что не только там 1-2 смотришь, если ты вокруг все видишь. Когда что там будет примерно?
Просто вот маленький там. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Вот 4 приверженца в центре, прям сильно их заливать. Я. Вот тот почему куда-то пошел, блядь. Трэш, 5 секунд, готовимся. Просто проверяйте, опять зубля забегает в пачку, нахуй ваншотает, блядь, четырех человек. Буря, да. Не знаю, нахуй. Да падайте уже, так. Не знаю, что сказать, нахуй. Так по КД будет, блядь. А никто не заметил, какая на нем метка была? Ну-ка, промотаю. Вот вам скажите, буря у ретриков жмется без оружия? Нет. Нет. Ну, а какого хуя тогда? Вот вся беда. Типа, это уже который пул подряд просто забегает зубли и ваншотает, блядь, четырех человек. Четырех, пятерых, блядь, просто в пачке. Ну, пусть все медики просто снимают оружие перед кастом. Так он, если у него нет ДБМ, он не видит, сука, когда будет каст. Вся проблема, понимаешь? У него нету таймера. Ну, анонс туда пусть стирал, я не знаю, по-другому никак. Может, просто ДБМ скачать? Может, просто ДБМ скачать, типа, нихуя анонсит, блядь, каждому человеку, когда он должен, блядь, снять оружие. Ну, что за зашквар-то, нахуй? Это же бред, то, что ДБМа нету. Я еще больше скажу, ДБМ настраивается таким образом, что он может автоматически снимать оружие и девать его на вас обратно. Все, блядь, минус одна механика, просто играете, блядь, балдеете. Да там даже настраивать его не надо. Балдеете. Там автоматически, ну, типа, галочка стоит. Я настраивал себе, то есть, смотря, куда ДБМ стоит. Типа я тут в прошлый раз побегал, блядь, поснимал вручную, что-то как-то, блядь, ну такое, слишком духу я допал, теряешь. Ну да. Вообще, снимаешь за 3 секунды, я знаю, пока там нахуй, ты просто 3-7 секунд ТФК. То есть, ну, еще тебя, если не кинуло в контроль, чекнешь пока. Тут тебя сняли, и все, и ты побежал дальше, блядь, чилишь спокойно. Бля, что на прошлой неделе мы от этого страдали, блядь. Он не услышал, что ли, этого, не понял, что нужно скачать. Я думал, он хоть на эту, блядь, неделю скачает и установит. Блядь, такая же хуйня опять продолжается. Что привело тебя сюда? А у тебя точно... Бей, блядь. У тебя точно тот, эй, который пухи снимает? Не помню, какая там версия. То ли от Адмирала, то ли от кого, блядь. Просто заходишь в этот в обновитель аддонов, как он, апдейтер, аддон апдейтер, качаешь последнюю версию, заходишь в CLK, создаешь, берешь свой шмот, который на тебе одет, открываешь персонажа своего, управляешь, открываешь вкладку управления экипировкой, создаешь в управлении экипировкой любую, любой значок, любую хуйню и подписываешь в ее PvE, все.
сохраняешь ее, нажимаешь кнопку сохранить, она у тебя сохраняется, все. Типа ДБМ видит у тебя звуковую ебаную вкладку и снимает тебе оружие. Мало того, что снимает, он его еще одевает обратно. То есть вообще, блядь, просто ноль нахуй. Выключили мозг и забыли про это. А ПВЕ там он большими буквами надо писать? Без разницы. Мне лучше, ну, у меня маленькими на ларе написано. Ну, маленькими. Так, ставлю рыбу. Ну тогда, Рарник, два вот этих фанатика твоих, короче. А вот Т4 буря, они прокают без оружия? Которая автоматическая. Главное, танки стараемся в одну точку свести этих пидоров. Просто если у тебя не будет оружия, у тебя не будет силы атаки. Если у тебя не будет силы атаки, ты с этой, блядь, прокующей бурей, которая без оружия, нихуя урон не нанесешь. Там АФК один маг. Если человека в контроль берет, там отпрыгивайте сразу. С АОЕшкой кто бьет? Ну и остальные тоже. То есть если вы стоите, например, месите трэш АОЕ, то есть вы видите, что сейчас будет таймер, сейчас будет контроль человека, АОЕ дамаг стопните просто, чтобы случайно там никого не ваншотнуть. Ну чисто, блядь, вайпаемся нахуй на одном и том же, блядь, сидим как осло нахуй, блядь, каждый раз, блядь, друг друга убиваем, нахуй, приходим, блядь, бьемся, бьемся, и нихуя не происходит. Блядь, надолго он там ушел? 5 минут, нихуя себе. Может, ты мазохист. Идите курите все 5 минут. Раз он ушел на 5 минут. Идите все курите. Заходи. Можно хоть сумки историю? Угу. Давайте шкаф. Да. Пришел сам? Да. А рыбу давал, нет? Да, есть рыба. Призан, Кивая, Бурибай и Вилаша. Грибай призом. Призона нет. Ризен, ну чё там?
Отчет. А чё у нас минус 4? Минус 6. Это потому что от взрыва не отошли. Приверженец культа, темное мученичество. Но мы их сводим в одну точку. Это получается, надо какому-то дестрику в каст этого темного мученичества дать неистовство тьмы. Но не получилось, наверное. Поэтому минус 4. Пацаны, блин, успеху не получилось. Не фартануло, но... Да. Да. Наверное, на это тоже надо команду какую-то. Или Викауру, может быть, поставить. Такой аддон есть. А у кого из локов вообще вот этот стан есть? У одного или у скольки? Они у кого? А я сейчас пойду сделаю билд. У Викторки. Есть только у меня в Дестроспеке, но я сейчас в демоне. А демонов других нету, да? Есть. Если кто-то хочет прыгнуть демона, я вам уступлю, ради бога. А разве стакается СПД демона? Нет, не стакается, я прыгнул другую. А, ты про Элема? Если больше СПД, чем Элема, то перебивают. Ну, Элема там что, 280, да? Ну, около 300, да. Демона демон больше. Демон может что-то до 700, да, вроде давать? Ну, что-то в районе 700. Да, 500, 600, 700, дохуя. Ну, в два раза больше, чем Лем. Да, вот в чем. Сейчас потихоньку подрихтуем состав. Понемножку так таланты вкачаем нужные. Может, еще анхолика сделать всем троим ДКшникам. Так пиздец вообще. Освоение пиздец. Классов. Да. Ага. Может еще войско по очереди давать, вообще заебись будет. Вы это, кстати, танки старайтесь свести мобов, как этих приверженцев. Вы когда их гриппаете, они там в воздухе начинают каст давать. Немножко к нему так подбегаете, сбиваете каст заморозкой мозгов и уже отводите звезду. Чтобы если любые пидоры там, или приверженцы, или фанатики. Фанатики они бегают, они будут бежать до упора. Просто на них агро набираете ЛПшкой. Вот. А с лестницы есть что-нибудь, кто как раз мобу, который с квадратика выходит? Ну, с лестницы, у нас 5 магов. Я стабильно чекаю. Могут кикнуть. Просто последние разы я пешком бегал до него, кикал, мне кажется, чтобы он пришел в центр. Ну, пешком залупа, конечно, блять. Ну, если никто нахуй не сбивает, и чё. Ну, так-то, если этого грипнул своего, то можно и сбегать. Если у тебя два приверженца оказывается, то в принципе. Ну да, так обычно. Два приверженца. Так, что там? Притона сумонить надо или что? И где он? Не боните шкаф. Что, появились теперь у нас неистовство тьмы? Кто сейчас будет сделать первый? Ну у нас только ретро. Что там? Молотка нету, что ли? Застанет. Ну, вообще в теории, да. У Борьба, у Зукли есть. Они ретрики. Еще у Рарника есть стан. Да у всех есть. У паладинов у каждого. Ну, вот тут у трех паладинов. И даже у Холипала есть. Ну, Холипалу, конечно, это несподручно. Он стоит где-то в сейф-зоне, чтобы его там не заклеивали. Вот ретриком и протопалом можно... Ну это же, понимаешь, это же надо увидеть, какой моб кастует. Я вот не видел. Чарж, если сделать, тоже и чарж собьет. Только если ты. Ну как тебе про чарж? То есть чарж в упор не кастуется. Эфир. А пока ты бежишь на чарж, чтоб чарж, кто-нибудь сдохнет уже. Рыба стоит. Ну хорошо, зуботычен. Он чарж. Чарж с 5 метров или с 8 там кастуется.
Там чё? Два прыжка надо сделать. Что за батычный не сбивает? Не. Нет. Там нужен, нужно либо стан, либо откидывание какая-нибудь хуйня. Усовы-то их здесь. У нас... Ты можешь не спекаться в PvP Fire. Вадикон... О, кстати, охуенно, блядь. PvP Fire это сила. Откидка, дыхание, о. Все есть. Откидка у Вадикона есть. Ну-ка, второй сап посмотрим. У него нет тайфуна. Вот на, типа на всякий случай спасти рейд можно даже тайфуном. Что давайте? Все в ваших руках. Выпануться на 15 секунде боя. Это было круто. Я точно не пробил. Сейчас пула, нахуй, минус рейд. Да ё, чё-то. И потом, блядь. Мы можем лучше, но... Я преисполнился, я столько, блядь, рейдов видел, нахуй. Так этот челик-то шел. Ладно, давайте ебашим. Так. Ебать. Ебать, быстро. Контролим, контролем. Все, укрепляем успех, нахуй. Бля, как вы его убили? Да я хуй знаю, ну. А кого убили? Стрела хаоса, 33 тысячи урона. А, я понял. ГЦ, блядь. Реально, ресы историю. Там он где-то, возле босса, по-моему. Даже не понял ничего. Уешим. Нихуя. Что это было? Ну, походу клиф сейчас взорвется. Зукляй на стресс. Бать. Акиса. Ложитесь в пизду. Так, смотрим Зукля. Так, теневой колун от двух фанатиков по 20 тысяч, это не отхиливается. Это у Зукля. И у нас стресса то же самое. Блять, как вот нам поступить-то? Это же надо видеть, где лицо мобов, да? Кисок. А их еще и водят. Их еще да, и водят. Да. Их водят. Не, ну если их не водить, вот так вот в теории, если подумать, то придется миликом от звезды бежать в ромбик, потом бежать к боссу, потом бежать в кружок. Ну, короче, вот так хуетой заниматься, да? То есть, мы же сводим для чего? Для того, чтобы мобы все вместе были и по ним дать АОЕ конкретно плотное такое. Вот, смотрите, Ваша забирает моб, смотрит туда в угол, между лестницей, грубо говоря, и там второй маленькой лестницей. Я забираю, я поворачиваю к большой лестнице. То есть спину ебало у большой лестницы у фанатика. Прям по-любому. То есть я грипнул, фанатика просто убью. Ну, рарник там, не знаю. Вот мобы рарника убили на стресса и зуклю. Ну вот, видишь. Как, куда ебало у рарника повернут? Тут уже вопрос, либо рарник развернул двух мобов на двух людей, либо двое людей забежали под мобов рарника. То есть это объясняется тем, что либо эти двое людей не видят, где сам рарник находится, либо они не видят спины и лица мобов, где у них спина, где лицо. Вот. Ну, а чтобы понять, где лицо мобов, нужно, наверное, увидеть, где сам рарник. Вот где рарник, в ту сторону, наверное, будут развернуты два моба, которые на нем. Это логично. Значит, из этого можно сделать такой вывод, что надо повешать на рарника кружок. О! Ща убьем, ебать. Все, решили правду. Что если попробовать, типа, дэшником бить мобов, а миликом босса? А, нихуя! Давай это попробуем. Идеальный же план. Сука.
Никто не подходит, никто не лутает. Так, ну давай, давай, знаешь, как, да, ну давай для прикола попробуем, хули нам терять. Все милики, кроме Рок, бейте босса тогда. За что Рок обделили? Ну вы напулите. Это самое, ну и вихрями, соответственно. Плюс у вас ваниш есть вся хуйня, там ускользание, там под ебало можно побегать. Ложный выпад, и под ебало можете забежать. Это РДДшники, РДДшники, фул сидите на боссе, но когда мы сводим трэш в звездочку, вы даете, маги дают Blizzard, Локи дают огонь, сова дает грозу, и что там еще, и все. Вот, попробуем так, давай. Да в смысле, у нас 4 файера, 4 файера, по 4 метеорита скинулись, все. Yeah. Короче, понятно, да? Yeah. Услышали все? Рыба уже давно стояла. Вот так. 3 файера. С таким 3... раскладом мобилась должна за секунду. Вообще в натуре. 4 файера. 3 фраера. 4 фраера. 4 фраера. Дал отчет. Давай, смотрим. Бля, милики сейчас такие думают, ебать, кайф, 1-1-1-1-1-1. Ебашим. Дали фулл ОЕ. Фулл. На, нахуй. Если не уверен, где ебало, иди босса бить. После напула. Угу. Ну давай, Вадикон, нарисай топу. А ему надо, блядь, ДПСить. Это... Повторяем. Таску лапу пристабав по топе. Контроль секунду. Контролем людей. Боже. Бедный топа. Моп остался один, нихуя себе. А миликов нет. Трэш 5 секунд. Так лучше походу, да? Нихуя себе. Походу работает. Капец, я гений. Гений реально. Ну, логично. Они же больше времени бьют босса. Босс быстрее будет умирать. Контроль, секунда, убегаем. Съебываем. Сейвимся. Не убейте никого. Вот, взрыв кастуется. Не успел докастовать. Вот это другое дело. Топа, блядь, не сдохни. Лужу, лужу, лужу. Трэш 5 секунд. Блядь, гений, я тебе 500 ИП за это дам, если убьем босс. Сегодня, завтра, послезавтра. Будем так бить. Так, сводим мобов. Пихните на лестнице квадратик упасть. Лужа вышли. 2 стака было все. Фулл ОЕ даем. Контроль. Рок топа, топа, блять, история. Ну, вот проблема, ну, что Рок еще убивает. Да? Ну, меня просто заклеивали. Не, вообще не то, что заклеивали, ты просто мимо пробегал. Короче, и тебя просто зауешь вместе со всем. А еще ДЦшник лежит. И ДБР. И ДБР 2,5, блядь. 19% тем временем. О, пробуем, посмотрим хоть на духов, нахуй. Давайте. Вторые фазы дойдем. Скрипя зубами нахуй, без ДЦшника играем. Вот взрыв кастуется. Мне Пизан по ебалу раскинул, блядь. Я понял. Играем, играем. Хотели посмотреть? О, поехали. Минуса. Топа в коше бегает. Только окадышился просто. Ну блин, ты мне дал еще тоже. Ой, этот. Че, стопаем дамаг, пока они не зальют-то?
Ну попробуйте нахуй, минус 7 человек, сколько там. Там трэш выйдет сейчас. Трэш вышел. Трэш вышел, босс... Переводите босс... еще раз, трэш выходит. Босс перевелся и еще плюс 3 моба. Ну типа, как бы тут не сыграть никак. Ура, мы увидели вторую фазу. Ура, блять, только 15 человек лежит, нахуй. Блядь. Ну да, ну да. Получится. Ура, ёбаный рот. Увидели. Короче, нахуй. Нехуй вам там делать. Топас история, нахуй. Пиздуйте на боссе, сидите нахуй. Вопрос еще один. У нас же есть ДЦ, правильно? К сожалению. К сожалению, да. Он дает масс диспел по мобам по трэшу? К сожалению. Ну типа... там, короче, фанатики, они секунд через 10-15 или 15 где-то, ну примерно так, они на себя вешают баф, который это их отхиливает, короче, когда они дамажат, он их отхиливает. Ну вот, их по идее просто масс диспел дать и все. Но видишь, проблема в чем? У него меткости нету, как у ДЦшника. Может промах быть. Ну, два масс диспела. Дать и все. Да, два щита будет профитнее. Ну, не знаю, то, что они отхиливаются, да, дорога, это мое жестко. Он начинает бегать, отхиливаться. Я как бы ворую. Вообще было бы кайфово, если бы... А знаешь, мы сейчас как сделаем? Мы... Маги же воруют, да, по-моему, эту хуйню? Вчера крадом. Да, но это чисто по одной цели. Ну вот, сейчас мы вам назначим... Киньте по мне вес. Назначим вам каждому своего фанатика. Запоминайте. Фуэго, Зулин, блять, как тебе покороче это называется? Зул, короче. Твой фанатик между кружком и треугольником, понял, да? Вот, то есть, с правой стороны. Сейчас, не говоря, я поворачиваюсь на этих фанатиков, когда они уже стоят в центре. Вот. И они откуда не выходят. Значит, будешь по скиллу нажимать правой кнопкой мыши и запомнить цель. Вот. Значит, фанатик справа от ромбика, это между ромбиком и боссом, будет два носка. Слышишь? Два носка. Угу. А слева от ромбика, это между ромбиком и откуда мы пришли, это будет Эйя. Твой фанатик. Что надо делать? Когда это появился, вышел моб, запомнить цель. И когда этот ебучий моб уже в центре, вы его заливаете, нажимаете на него, кастуете Близзардом или что, даете эту хуйню 5 секунд. И если увидели на этом пидоре баф, там вампирский какой-то... Или там ДБМ орёт, если что. Прям вообще орёт жестко. Да, если ДБМ есть. Если нет, то просто нажимайте Чирократ. Вот. Что это кто-то присоединил? У нас Близзард в гильдии. Вот взятого. Кто такой взятый? Это который имя имен? Ты поговорил? Это да, это он. Это тот парень со статиком. Плюс сюда, друид. Хорошо. Угу. Так, давайте ставим рыбу. Давайте так же попробуем. Только пиздуйте все туда, нахуй, роги, потому что вы вздыхаете, как бичи какие-то. И это... Кто там, Зукля заходит? На боссе, короче, сидите. Ну... Зукля не вернется. Зукля написал, что 10-8 часов, ему пора офиться. Ага, понятно. Я понял. Ну вон там чел в чате. Какой-то друид. Ну, кстати, можно его попробовать запихать на один трай чисто, если он захочет. Только не знаю, кто он вообще. Так, биг дэмэдж, блядь. Мне надо как-то твоих персов ебучих связать, чтобы ты лутал эту всю хуйню. Так, давай, как мы сделаем? Не, вот это я буду на варах все равно. Просто чтобы удобнее было. Чтобы я, блядь, не... Ну-ка продиктуй мне ник вара своим. Сейчас. Малефицист. Малефицист. По-моему, да, малефицист. Он так. Же висит в этом в пати, он. Малефицист. Так, да это я, потому что сейчас записал в этом. Как он называется, сука? В заметке твоего этого, блядь. Так, где твой прист? Еще синтек перестал играть, блядь. Прист-то тоже в гильдии, да?
Да, где-то он тут был. В каком он там? А, вот он нашел. Мне, возможно, надо будет скоро уползать. Да сейчас мы все будем уползать, сейчас я ей придам. А чё это мильники ДПС не стопнули-то? А при чём тут ДПС? Чтоб можно было потом выёбываться, что мы переводим. Да, кстати. Ну если бы они стопнули, мы бы залили трэш, и дальше было бы нормально все. Там залупа была полная. Без 10 человек живых? Ты шо? Да не, у нас умерли уже, когда типа перевели трэш, и все началось. Уже 15 лежало, да, действительно. Так, косарь накинул. Давай, рависту 500 дам, короче. Понохнулся. Ушел. Так, ну что, все завтра. Кто может, кто не может, похуй. Бросаем работу, бросаем школу, нахуй. Приходим завтра. Завтра. Во сколько? 16:30. И башим эту леди ебаную. И надо челик этого в дис позвать, попиздеть. Он хочет с тобой поговорить, он в гостинке сидит. А, кто-то там в 5 часов только сможет прийти. Вот да, может на 5 поставить лучше. Ну, стоит на 16:30, так и будет, пускай стоять. Подождем полчаса, если что, ничего страшного. Так. Я просто начинаю собирать в 4 часа, чтобы не терять это время. Мы просто будем собираться к 5, наверное. Да, ну так как угодно. Так, новичок дали ему, да. Метастаза. Пиздеть можешь, Диси? Это он же, да? Все, пойдем отдыхать. Что мы сегодня? Нихуя, я две шмотки утонул еще, блядь. С ребра, блядь. Че, все? Все, да. Ну все, вайда и дели теперь можно.